летал самолетов авиакомпании «Сибирь» с Seven Airlines, но потом стала, когда была авиакомпания «Сибирь» и самолеты Ту-154, у них такая раскраска была, он сам белый, а на хвосте такая синяя елочка красивая. И впереди еще такие саночки. Это я к чему? Потому что лайнер бело-синий, это как раз вот про это. Наш самолет коснулся полосы. Кто спал в салоне, даже не проснулись. Пробег и остановленные часы. Мы удовлетворенно улыбнулись. Полет окончен, можно отдыхать. И гордо рулит лайнер бело-синий. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Пусть это все давно уже прошло, я представляю часто и поныне. На эшелоне солнце бьет в стекло, и вчетвером мы вновь в одной кабине. И нам сейчас название экипаж, и мы сейчас как организм единый. И тот, который виден мы пейзаж, увидеть можно только из кабины. И тот, который виден мы пейзаж, увидеть можно только из кабины. Тамара принесет нам кофейку, и штурман вновь достанет сигареты. Владивосток нас ждет или Баку, а может быть Ганновер с эстафетой. И хорошо мне просто от того, что я в кабине, в экипаже, в форме, и мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме, и мне не нужно больше ничего. Полет идет, параметры все в норме. И жалко мне немного пацанов, что на глаз копят, сразу попадают. Конечно, там работа, будь здоров, но несомненно что-то пропадает. На Боингах зарплата хороша, и сетовать неловко как-то даже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Но там была душа, но там жила душа в четырехчленном нашем экипаже. Наш самолет коснулся полосы. Кто спал в салоне, даже не проснулись. Пробег остановлены часы. Мы удовлетворенно улыбнулись. Полет окончен, можно отдыхать. И гордо рулит лайнер бело-синий. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Мы с ним опять все сделали на пять. Мы снова отработали красиво. Та-дам, та-да-да-дам, та-дам, та-дам.